Всем привет! Сегодня хочу показать, если на шпиль-машине, на посудомоечной машине не работает, нет горячей воды, не греет воду. И если вы проверяете помпу, этот ТЭН все в порядке, если ТЭН все работает, то по идее остается, что вот эти вот маленькие релюшки, там контакты оксидируются. Их нужно очень аккуратненько крышечку вскрыть и потом признать вот каким-нибудь очистителем для контактов, так сказать. Вот это, например, контакт секцич называется. И вот так вот, где это открыто, прямо на контакт нужно что-то хорошо все попало. Потом вот сейчас еще 61-м, он уже как этот закрепитель, чтобы в дальнейшем не окислялись контакты. Ну, сейчас подсохнет здесь, потом этим брызну и буду устанавливать, пробовать. Все, всем пока, до следующей встречи. Посудомойка Бошпала. Циркуляционный насос с ТЭНом все в порядке, я проверил, но воду не греет. Я надеюсь, что это остались только релюшки. Уже часто такие проблемы встречались. Чуси.